Жінки у спорті досягають високих результатів, вони дисципліновані, витривалі, вимогливі до себе та інших. Сьогодні саме з такою жінкою будемо говорити у нашій Програмі. Тож, Анна Калашнікова, голова осередку Теквандо Дніпропетровської області. І я знаю, Аня, що ви багато чого досягли. Маєте чорний пояс, і чорний пояс не простий. Ви вже дійшли до четвертої ступені, так, можна сказати, що це е, така добра середина, ще трошки залишається, і будете вже на висоті. Чи будете йти далі? Як взагалі ваша кар'єра буде складатися? Здравствуйте. планирую, конечно, развиваться, но все есть, зависит от времени, от определенных результатов, поэтому на сегодняшний день четвертый дан это для моего возраста, для моей проделанной работы этого предостаточно, и чтобы получить следующий дан, нужно промежуток времени не меньше пяти лет. Mm, поэтому треба поэтому еще, да, Не так все швы. Не все так. Между пятым и шестым это 6 лет будет, поэтому очень высокий дан это получает уже не спортсмен, скажем так, тренер mm -hmm. с большой выслугой, со своими заслугами. Время у меня еще есть. Я буду працювати в цьому напрямку. Так, будете тренуватися. Ну, і так взагалі, як ваше життя проходить? Чи зранку ви встаєте, прокидаєтесь і біжите там пробіжка, тренування, розминка? Що ви робите для того, щоб так добре виглядати? Дякую. Мені дуже приємно, що я вже достатньо взросла і давно вже бивша спортсменка. Нет, я не делаю никаких утром упражнений. Может быть, это не совсем правильно. Я берегу силы, потому что э, работа у меня начинается во второй половине дня, до позднего вечера. Вы там выкладаетесь? Да. У меня много тренировок: дети разного возраста, разная квалификация. Каждый год, каждые полгода набор новых. И когда я прихожу на тренировки, я делаю зарядку, я делаю растяжку, я делаю все отработки, все, все что я хочу дать детям, я пропускаю через себя, я заложник этой ситуации, вот, Ну, і так там зрозуміло, мене просто це в чому до секрет вечора. секрет вашого успіху? Це кожен день тренування? Це не просто так, це багато вимагає сил, зосередженості, уваги, і вам потрібно увесь час це робити. Жінки у спорті вони досить таки жорстокі, як то кажуть. Жінки вони, якщо схватились, схопилися, то вони вже досягли. Не так як чоловіки. Ну скажіть, будь ласка, з досвіду, чи дівчата можуть більше досягти ніж хлопці? Девчонки намного неответственнее, они не прощают, скажем так. Вот это любой тренер вам скажет в любом виде спорта: что если ребята между собой, пусть это будет единоборство, борьба, есть какие-то там пропустил какие-то немножечко ну, непонятные ситуации, обязательно пожали друг другу руки, обязательно извинились, это все так по-дружески. Девчонки сделают вид. Ну, каждый зависит от там, воспитания, скажем так. Они не прощают никогда. Вот у меня есть спортсменка Арина Яценко. Ей 8 лет. Мы с ней первый раз выехали на соревнования. Ей было 6 лет. Она выехала в Киев одна, без родителей, вот с командой. И это были первые соревнования. И она немножечко в финале растерялась. И вот вы знаете, она вот все хорошо было, и вот как-то немножко не дотянула, ну и проиграла. Это первые ее большие соревнования. И вот она выходит, уже объявили результат, у нее второе место. Я на нее смотрю, она мне говорит, ну ничего, ничего, я еще сюда вернусь. И я поняла, что ничего не поменялось. Вот как мое было поколение, потом промежуток. же девчата повертаются и добывают перемогу. Да, ребята могут Девочки, она будет возвращаться, она будет своє. Які <с> в <с> них <жизни>. зараз результати? результаты? Високі результаты. Перше місце є. Есть. І международные соревнования. Но просто я обратила внимание, що різниця в возрасте: что вот девушка, женщина. Вот нічого ну, ничего не меняется. Всем с одним а характером. Чому дівчата обирають для себе такий недівчачий вид спорту? Ви знаєте. В этот вид спорта привел меня отец. Я вообще хотела всю жизнь танцевать. <свес> Я так и думала, что вы мы хотели заниматься. <свес> <свес> вот. А И. стать спортсменкой. Папа меня привел к тренеру. Это была женщина. И он сказал, что для девочки из всех видов спорта, скажем, единоборств, это было рядом с домом, очень подходящее. И вот сейчас, когда ко мне приводят девочек и чтобы как-то не удержать, а расположить, да? Вот я на своем примере это действительно вид спорта. Все зависит от тренера, от любого. Очень располагает, он очень доступный. Здесь есть растяжка, здесь есть гибкость, выносливость, как в гимнастике. Ну бы, как... девчата просто бьются. А это все на самом, деле, на, да, на самом деле это не так примитивно, что мы смотрим это удар рукой, ногой. Это есть тактика, это есть стратегия, это есть где-то опережение, это есть ну вот много моментов, которые мы на тренировках прорабатываем. Если профессиональный спортсмен, тренер будет смотреть бой ну, высокого уровня. Как мы говорим, мы читаем спортсмена. Что это значит? Это значит, что я вижу манеру ведения боя. Угу. Поэтому очень мало нокаутов и очень мало ну, вот таких жестких боев на высоких соревнованиях, потому что все работают осторожно, ну, профессионально. Угу. Ну це вже видно один професіонал з іншим, якщо буде стояти в спарензі. Звичайно, що там вже технічні да. повинні бути заслуги і нагороди, якраз саме за те, що вони роблять, так в спарензі. Як вони себе показують, що вони вміють? Тому ета доступно і для дівочок, і для ребят зовсім юного віку, коли приходять і працюють, по перше всі в защиті в екіпіровці. Да, mm -hmm. что... Ну, все так, шолом вдягается. У девчат, что есть перчатки? Ну, они как-то защищают свои руки? И руки ноги. мы защищаем. Ну, почему? У нас есть э, вся защита. Это бандаж. Это очень распространенный, ни одно единоборство не скажем так, не выходит без бандажа. Девочки обязательно выходят в нагрудниках, э, щитки, потому что ты спортом можешь заниматься сегодня-завтра несколько лет, а жизнь длинная, и лишние травмы, лишние какие-то ссадины, они никому не нужны. А как травмуются девчата? Частейше, неж хлопцы? Ну, взагали, для девчонок это страшно, а какие вот травмования, какие может быть, навет на тренировках? Дело в том, что любая травма, это случай может быть. Случай, нехватка опыта, или ты не рассчитал свои силы. Ну, вот, вот такие вот случайные. Конечно, я стараюсь ставить на... Сначала мы работаем на оборудовании, не друг с другом, да, чтобы потом ставим друг с другом, но осторожно выставляем перчатки, потому что когда ты сталкиваешься с таким моментом необычным, как нас воспитывают, не обижай, не дерись. Да, ты же девчонка. Да, и мальчики Оп. тоже так. Не бей, вот садика пришел и тут нужно ему, как ты говоришь, ну бей, да, иди вперед. Вот он стал растерялся, когда он работает на оборудовании, он свободно себя чувствует, комфортно. Вот, поэтому вот этот травматизм, это, ну, знаете. Біжав по кругу, підвернув ногу. Угу. Ну от так от, от може бути. Да. Ну, звичайно, що тут треба ще попрацювати тренерові, мабуть, з учнем, щоб знайти, да. де, де саме він може травмуватися і зробити якомога меншими такі випадки. А чи допомагає вам спорт у звичайному житті? Ви знаєте, у мене спорт займає все моє час. И свободное, и несвободное. Это приятно. Это поездки. Это и есть хобби, и есть увлечение. Наверное, я выбрала ту работу, о которой все говорят, что это работа... Мри. Да. Ну, просто я об этом не знала еще. Но когда я... Когда этого мы многие лишаемся, ну, по разным причинам. Состояние здоровья, карантин, декрет. И когда ты начинаешь по этому скучать... Э, ты понимаешь, что да, это действительно то, чем ты хочешь, можешь и знаешь, как заниматься. Поэтому я вижу где-то в городе, вижу в магазинах эту спортивную одежду на людях. Всё у меня поднимается настроение, я себя комфортно чувствую. Да. Угу. Спорт. А можети видати здачу, Анечка, комусь? Ну от, якщо доведеться. Було таке. Ну, несколько ситуаций жизненных, бытовых. Ну, дома нет, конечно, в семье нет, конечно. Ну, все знают. Просто еще красненый чепат. Знаешь, я жартую. Ну вот, если ты тренируешься всю жизнь, и работа твоя, и отдых твой тоже, у тебя в мыслях не возникает. Ну, есть люди агрессивные по своей природе, они не зависят от спорта, занимался ты когда-то или нет. Тебе не хочется. Вот я, я проигрывала в своей жизни. Я получала действительно по лицу, на соревнованиях. И ты настолько ну, достаточно много раз это происходило в твоей жизни, уже так насытился, что не хочется и не провоцируешь. И такой еще очень важный момент есть: что когда у тебя есть какой-то результат, это начинается с области, это фиксируется в личном деле. Поэтому все мои спортсмены, которые учатся в школе, идут дальше по учебным заведениям, они строго знают, что как бы их ни провоцировали, у каждого спортсмена в личном деле написано, там особо опасен, допустим, владеет восточным единоборством. Это есть у гимнасток, это uh -huh. есть те, кто занимается плаванием, волейболистки, ну сила удара какая-то. Поэтому если ты выиграл какие-то соревнования, у тебя есть результат. Конечно, ты приходишь, и все хотят, ну покажи, ну прояви себя. И задирают тебя. Но не один человек, опять, а полкласса, допустим, то ребятам сложно жалуются, но я их так... А бывает так, что ну, не вытримуют и доводятся такие даты висечь, чинить. Чи чи может, ж... может быть и было, но мне не рассказывают, потому что знают, насколько, во-первых, знает школа. Ми виїжджаємо на сорівнування, ми подаємо прикази, вже да? всі знають, що ти їдеш. От. Якщо є якісь ситуації, то чесно, ще не розказували. Я сподіваюся, їх не буде. Звичайно, хочеться, щоб все було добре, мирно, тихо. І справді спортсменом важко, бо він же знає, він вміє, він знає, як потрібно поставити так свій удар, аби спрацювало. Ну, не промахувати. Так, і е, тут дуже важливо, аби не потрапити в таку ситуацію. Ми багато прикладів знаємо з нашого життя, коли спортсмени просто ставали ну, в такій Справед... ситуації, за справедливість да? за справедливість, але врешті-решт отримували потім собі дуже великі неприємності. Тому е, тут треба пам'ятати, що ти сильний і будеш ще сильнішим, Знаете, якщо витримаєш і таке. Мой самий перший тренер, жінка, Вот мені на всю на всю життя, і дітям я це говорю. Беги, беги без заглядки, что если ты увидел какую-то ситуацию, ну, мы не говорим, когда это касается парня, который с девушкой, ну, мы не о этих ситуациях говорим, ну, когда ты понимаешь, вот ты попал в ситуацию, ну, два человека, ну, три человека, ты один, а тем более, если это девушка, ну, девушка никогда, какая бы она ни была там опытная, ну, не переиграет, она может растеряться, ну, разные ситуации будут, не бойся. Не стесняйся, да? Мной ну, стыд. Нет, я покажу: беги, целее будешь. Ну, я пока в этом направлении вот. Дітям об'ясняю, коли ви в житті А в житті, справді можуть бути різні ситуації, і зараз не, не найкращі часи. Все ж ситуація, особливо ввечері, може бути все, що завгодно. Треба просто бути насторожі, як то кажуть, так. Ну і Анчка, хочеться наостанок все ж трошки поговорити про вашу діяльність як тренера. Ви багато груп ведете, і діти дуже хочуть мати класні результати. Вони знають, що можуть потрапити до збірної. Що це означає збірна у нашому місті, в нашій області, які вона має переваги? Куди далі діти можуть потрапити і чи можуть вони отримати найвищі результати? Зборна, як у всі часи, це, звісно, состав лучших. Лучше це перший номер. Ти виграв це ти перший номер в області. Область виїжджає на чемпіонат України. конечно, там, ты идешь под первым номером. Это тебя мотивирует, это тебя немножечко так превозносит. Э -э наши соревнования ближайшие, мы проводим областные соревнования в конце февраля. Же скоро? Э -э да, очень скоро это быстро нагрянуло, это приятное событие будет. Мы, тем более, это проводим в Днепропетровской области, чтобы дать возможность развиваться э, ребятам, Нашему которые, да, угу, которые в пригороде живут, вот эта встреча будет. Ну, мы очень ждем эти соревнования. И в середине марта уже многие виды спорта проводят сейчас соревнования массовые. Это будет чемпионат Украины, где будет формироваться сборная, на чемпионат мира, который будет проходить осенью. Это мы присутствовали и участвовали от нашей области год назад, два года назад на чемпионате мира. Это мира, если ты один раз побывал просто в виде зрителя, в виде там просто приехал спортсменом, ты никогда больше не захочешь отпустить этот момент. Ты будешь к нему стремиться. Вот я вернулась, возвращаясь с любых высоких соревнований, ты понимаешь, что перед тобой малыши, которые не видели еще ничего. И ты живешь вот этой вот идеей вверх, вперед. И, конечно, я всех максимально стараюсь подготовить, пригласить, чтобы это было доступно, участвовать Во всех соревнованиях. Ой, ну бажаємо вам успіхів. Звичайно, спочатку пройти область, як то кажуть, потім Україну. Ну і сформувати вже ту збірну, яка зможе достойно показати Україну на світових змаганнях. Большое Тож спасибо. ми знаємо, що у вас є вже кандидати і ви готуєте. Нехай вони отримують найкращі результати. А ми будемо чекати, що ж буде далі. Приходьте до нас ну і звичайно розповідайте про свої успіхи. А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.